выключаю, все. Вы кого-нибудь объяснять мне, я деньги с карты сниму, что там происходит, скажите мне. Да, смотрите, сейчас все транзакции временно приостановлены. То есть на момент нашего с вами разговора данные транзакции не одобряются, понимаете? А то есть сейчас мне не снимут денег? Вы все заблокировали? Нет, сейчас на момент нашего, да. Возможно, у вас возникали конфликтные ситуации с работниками банка. То есть вопросы личного, конфиденциального характера вам задавали. То есть какие-либо подозрительные действия, если замечали, то проинформируйте меня об этом, пожалуйста. Да что-то не припомню, нет, думаю. Хорошо, в таком случае готов вас переводить на вашего ведущего специалиста. Сейчас линию нашего разговора не прерывайте. Марина Сарева, соседник, я являюсь старшим специалистом. Безопасности структуры Сбербанка. В данный момент получила заявку на связь с вами бумаг о фиксации мошеннических действий. Насколько я понимаю, вы не подтвердили переводы на некую Витман Анну Матвеевну. Верно? Верно. Я сейчас должна буду передать заявление правоохранительного органа по вашему региону по факту фиксации мошеннических действий. Вам подтвердят мои данные как ведущего специалиста Марина Сареева, Анастасия Викторовна, мой табельный номер 45-59-54. Вы можете их записать? То есть на данный момент родственников, коллег, друзей, знакомых по вопросу того, что с вами связался банк, вы не информируете, чтобы мы минимизировали риск утечки информации. Дёшев Павел Николаевич, направление экономической безопасности по Сахалинскому. По Сахалинскому. Я всю жизнь в полиции проработал, в армии служил в полиции проработал, так что я не работал нигде еще. Я бы со стороны правоохранительных органов это проще осуществить, и причину также проще указать, согласны? Было бы проще, если бы вы не звонили людям и не говорили им всякую ерунду. Мы это сейчас записываем. Всегда мечтал так же. Вы, да, будете теперь по телевидению мелькать.